Элита Артплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. И остановились на этом месте. Нам предложили выбрать одежду. Ну, давайте подумаем, что же мы выберем. Так. А, то есть мы можем, в принципе, взять все. Ну, давайте мы возьмем все, потом продадим. Все, и профит. Так. Сейчас я быстро тут залутаю. Нам нужны плюшки. Не играл я уже Ведьмака пару дней. Надо сейчас все вспомнить. Так, сейчас, секундочку, подождите. Быстренько лутаем, лутаем, лутаем. Ну? В чем проблема? А, пойдемте. Так, нам сказали одеться. Мы подобрали одежду, нужно теперь ее выбрать. Она вся, в принципе, одинаковая, да. То есть просто отличается немножко внешним видом, но по броне одно и то же. Поэтому все равно, что мы оденем. Пойдемте. В талии узковато, но можно и так. Ваша милость, вы довольны костюмом? Можно сказать, что да. Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну давай, убедимся. Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Так, он положил левую на грудь, правую вверх. Левая рука на грудь, левую на... Подождите, левую... Нет, правую на грудь, левую вверх. Я забыл! Ну, что за бред? Ну-ка, еще раз. Так. Ну, по-моему, правую на грудь положу, нет? А еще даже не усмотрел. По-моему, так. Что ж, движением недостает плавности и грации. Но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. А, значит, правильно. Ну да, я просто визуально представил, как он наклонился, чтобы полизать свои я. Про вашу милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество. Сказанное громко, выразительно и с почтением. Ну, просто проверим, да почему бы и нет. А, хотя, смотрите, что-то я нашел. Штаны нашли. Это самое дорогое, что я находил в игре, закрыто, ну понятно. Книгу какую-то нашли, ну пойдем. Пойдем обратно. Ну иди. О, он даже бегать сумел. Ништяк. Просто до этого он не мог бегать здесь. Гриме айф арт херзир дейтвин аден инкарн айф морвуд эмгир вар эмрейс. Поклон. Поклон. Насколько я помню, да, они враги. Мы не будем поклоняться, не. Император. Арир айп то орде. Велен наман вадгерн ваворт.
Столько месяцев при дворе Фолькаста, а даже основ этикета не освоил. Что, простите? Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Почему я? Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Мне нужны сведения, а не мотивация. Мне нужны сведения, а не мотивация. Цири оставляет мало следов, поэтому найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведки и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, вы меня не поняли. Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. А уже поверят. Спокойно. Кстати, да, я думаю, что Цири — это дочка ведьмака. Оказывается, нет. Это дочь императора, типа, ну а почему она все время была с ведьмаком? Можно вас прервать? Чем прерывать? Лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. Попробовать стоит. И все же стоит попробовать. Ибо? Ибо мало в мире дел, которым стоит служить. И еще меньше людей. Ну хватит об этом, может сменим тему? Я говорил с императором. Я уже говорил с императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Ага, на бабайку. Прощай. Бывай. До скорого. Просил. Глория айн арт пэйн. Эвелин, катай тве глэдвен. Эсса вадгер. Эсса мар. Я видел тебя в Визиме. Так, мы сейчас идем говорить о чародейке Йеннифер. Это наша девочка. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Хорошо. Тогда записывай. На самом деле власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники. Ой, как здесь много всего. Ой, как много. Ну, давайте сейчас все быстренько обшарим. Трудно отличить от других. Всем им в равности. Без этого никуда в данной игре. Надо все подбирать, все, что можно. Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что? Я сам составлю рапорт. А ты потом перепишешь набело. В трех копиях. Ведьман. Он же ведьмак Нордингов. Невероятно. Так. Еще шкаф.
Так, ты нам не нужен, нам нужна наша девушка, Йеннифер. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. О, да ладно, видели, да? А я думал, мы будем искать маленькую девочку, она уже выросла и стала сексапильной. Чтоб меня, она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Так, где видели Цири? Чего хочет от Цири дикая охота? Ну, давайте первый выберем. Так, где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Меригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиге. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Пора собираться. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. Это вон тот тип. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Ну, нормально, так спустя 2 года такой смачный поцелуй был. Ну что ж, сейчас пойдем мы. Пойдем искать следы Цири.
Сначала мы здесь все залутаем. Нам нужно еще забрать наши вещи, по идее. Вообще нам много чего надо делать. Очень много чего. Нужно получить 4-й уровень. Я получил его, нет? Ну, здесь нельзя открыть даже инвентарь. Ничего нельзя сделать. Очень долгие заставки, реально. Вот сейчас была очень долгая заставка. Начиная с прошлой серии до текущего времени. Она идет, 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 идет. Так. И что, все? Прикольно. Шрам отлично зажил. Это типа, чтобы я запомнил, как она выглядит, нашел ее. Очень много книг мы нашли. Да я понял, понял. Давай, пока. Здесь все у нас, да? А где портал? Она все ушла? А, все, она исчезла. Здесь был портал, да? Ну ладно, пойдемте. Также от Камергона. У меня нет времени. От кого? А, она предложила, чтобы у этого мужика спросили, что происходит в мире. Давайте быстренько спросим. Посол Лоратре? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война, что веление, так, какие это вести из Новиграда. Ну ладно, пойдемте. Ну здесь уже просто будут рассказывать нам историю. Не за... Мы слишком много, мы очень много времени потратим, понимаете, очень много, пока он все это нам расскажет. Лучше пойдемте займемся делом, наконец-то поиграем. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Бесит меня этот мужик. И он еще возникал, типа, почему я не поклонился императору. О, давайте мне опыт. Дай, мне дали уровень новый, нет? Не дали, мне не дали уровень. Ну, давайте быстренько глянем, оденемся в нашу одежду. Так, что у нас здесь есть? Это пока мы одеть не можем. Можем одеть вот эту куртку. Одеваем ее, перчатки, ну и все. Башмаки. И штаны. Арбалет у нас есть. А, так, это трофей мы взяли. Это фигня, фигня, фигня. Сейчас быстренько посмотрим. Все фигня. Подобрали кучу книг. Давайте я быстренько пробегусь. Вот они идут подряд. Может, какое-нибудь задание добавится? Я надеюсь, опять же. Все, здесь нам ничего не надо смотреть. Все хорошо у нас здесь, и здесь все хорошо. Наконец-то мы перешли к самой игре. У нас всего 6 монет. Так, там что-то мужик сидит. А, предлагает нам сыграть, да? Ну давайте попробуем очень быстро, просто очень быстро. Ставка. А, ну у меня, блин, 3 монеты. Не. А я могу отменить? Лол. Здесь нет отмены. Так у меня всего 6 монет. Я хочу сыграть в карты. О. Так, подождите, а у меня мужик изменился, у меня же был другой лидер, нет? У меня был, по-моему, вот этот.
Или вот этот был. Так ощущение, как будто изменилась картинка. Странно очень. Так, возьмем этого мужика. Вот наши карты. Нам нужно взять две карты еще. Возьмем эту и вот эту. Хорошо. Так, и мы можем поменять свою колоду. Можем поменять колоду. Ну, можно какую-нибудь слабенькую карту поменять, да и все. Где у нас слабые карты? И начнем. Быстренько сыграем. Мне просто интересно. Я бы вот это вот убрал, эту добавил. Сильную такую карту. Этого бы убрал, это добавлю. Ну, давайте начать игру. Поехали. Проиграем, так поиграем. Так, нам нужно выбрать карту, которую будем обменивать. Мороз. Так, ясное небо, он снимает все бафы. В том числе бафы врага. Это я бы оставил. И просто какую-нибудь одинарную карту. Это мы оставим у нее баф на катапульты. Отлично. Ну попробуем. Давайте, давайте. Быстренько сыграем. Дикая охота. Хорошо. Так, посмотрим. Он может пойти. У него тоже с бафом. Значит, он будет увеличивать атаку ближнего боя. Давайте попробуем сыграть через дальний бой. То есть через среднюю атаку. Давай, чувак. Хорошо, опять ближний бой. А что за баф у него? У нас что есть? Вот, у нас есть баф, снимающий ближний бой. Ну, хорошо. Так, как мы сделаем? Мы сделаем таким вот образом. Мы опять поставим дальний бой. И подождем. Давай еще ближний, чувак. Давай, давай. Хорошо, смотрите, ближний. Он положил ближний бой. Теперь мы можем положить баф. Аннулировать ближний бой. У него будет атака 3. А, он снимает баф, засранец, а. Это у нас баф на дальний бой. Да, нежданчик. Мне бы эту карту получить. Подождите, а что у меня за карта есть? Так, ну ладно, жалко. Хорошо. Тогда давайте тогда пойдем дальним боем. Нифига у него баф. А, так подождите, это мужик? Нет, эта карта снимает только погодный эффект, а вот этого мужика она не снимет. Нифига у него карты, удваивает силу всех отрядов. Ну ни хрена, как я должен выиграть-то его? Ну пойдемте, ну нет. Очень сложно, у него очень жесткие карты. Давайте пробафуем наше осадное оружие. Эх, печаль, печаль, печаль. Ну давайте пойдем в ближний бой. Не, это проигрыш безвариантный. Это слишком тяжело, слишком. Что за карты? Слушай, надо было просто тупо покупать карты в следующий раз. Купить самые дорогие карты. Только так можно выиграть, но это без вариантов. О, у него баф. Ну-ка, подождите, а что он делает? Противник спасовал. Ну это да, это проигрыш 100%. Если бы я мог снять дальний бой, средний бой. Осадное оружие у него, вообще их нету. Чувак, помогай. Не.
Обоссали нас. Ладно, пойдемте дальше, короче. Все, я сдаюсь. Ты победил, я сдаюсь. Забирай 6 моих монет. Я видел тебя в Изи. Вот в этом разница. Мы до этого играли, там мужик был не сильно прокачан. У него были такие средние карты, да? А у этого наоборот, офигенные карты у него. Там такие бафы жесткие. Но в любом случае, мы потом купим карты и будем играть. Ну что ж, пойдемте. Так, что это такое? Карта мира. Что нам нужно сделать? Давайте глянем. Какие у нас задачи есть? Выполнена дополнительная задача. Заберите полную коллекцию карт. Потом... Ну, пока вот только одна задача. Поехали. То есть нам нужно отправиться куда? Вэлен. Вэлен. Ну, поехали. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Кстати, да, помните в начале, когда начал играть карты, там был обмен карт. Так, по-моему, у меня были две карты Мороза, то есть две карты, которые ближний бой, ну, до одной единицы доводят. А я обменял одну карту. Если бы я не обменял, я бы выиграл 100%. 100%. Ну, опять, эта игра, в принципе, не сложна. Нужно как сделать свою тактику. То есть, если ты выкладываешь на первом уровне только средний бой, да? То есть, лучники. То собери карты, чтобы забанить ближний бой. Карта Мороза. Ну, в любом случае, мне интересно поиграть в карты. Потом еще раз попробуем. Как интересно такое дерево называется? Не яблони, а трупница. Трупница. Дерево-трупница. Наконец-то мы начали играть. Я уже забыл, как играть в эту игру, честно. А то одни заставки, диалоги. Так, нам нужно получить уровень. Ну, поехали. Реально началась игра. Так, уже мы видим, есть драка. Не люблю драться на лошади, сидя. Что у нас здесь есть? У нас есть огонь. Эй, мудаки. Опа. Гори, гори, ясно. Ни разу еще не попали, дали. Ни разу не попали. А, вот одна попала. На, пес. Ну просто мастер кунг-фу. Сейчас наберем мяска. Покушаем мясо потом. Наконец-то начался экшен. Ну, я говорю, я не очень люблю в играх такие долгие заставки. Честно. Мне кажется, когда они говорят, что в игре 200 часов, да, сюжета 200 часов, то, наверное, имеется в виду, что там 190 часов это одни заставки. Вперед, плотва. Поехали. Берем опять кучу миссий, выполняем, всех убиваем. Получаем 4-й уровень. Там еще осталось, наверное, немного. 3 единицы. 3 самые единицы. У нас еще мало золота. Нам нужны деньги, чтобы купить шмот. Что я делаю? Поехали, нормально. Так, вот мы видим знак восклицательный на карте, да? Право припасть к источнику милости вечного огня. Ведьмак, приблизься. В чем дело? Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освященное масло. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград.
кстати, он какой-то подозрительный. Вот его речь, когда он говорит, типа, во славу огня и все дела, так обычно говорят неверующие. То есть, как будто он неверующий и переоделся. Ах ты, мутная рожа! Убил бы его прямо сейчас, ну ладно, я сегодня добрый, ровно 5 минут. Поехали. А, доберемся до деревушки. Убьем и получим уровень. Эй, пес. На ко мне иди. Ты чё? Ты чё, псина? А сколько мне осталось? А, 1 единица. Понятно, понятно. 1 единица до нового уровня. Так, а что ничего не оставляет? А, вот. Поехали, ладно. Нет, сначала мы убьем, потом поедем. Фу. Теперь освещенное масло. Ну, надеюсь, загорится. А, так мы уже миссию выполняем? Подождите. Уровень сложности. 10-10. Понятно. Вот она. Так мы прям рядом с ней. Да, смотрите. Смотри. Ах ты. А ты-то такая. А ты кто? Подождите. Это новое существо какое-то? Что взрывается? А почему оно не добавлено в книгу? Может, я просто его не видел раньше? Ну ладно. Так, проверяем. Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Вот мы убили существо. Кровь подобрали. Мразь нападает на мою лошадку. Ну, почему ты сразу не подбираешь-то? Поехали, подожжем. О, здесь могут плюшки валяться. Теперь игния. Так, игния я должен сам делать, правильно? Блин, что-то у меня герой загорел главный. Ну ладно. Хорошо, идем дальше. Давайте глянем, куда нам лучше пойти. Сначала в деревню. А где я-то? Подожди, а это что такое? Это я? Странно. Ну ладно, все. Давай, давай. А почему он здесь открывает карту? Ну ладно, все, вот он я. Ну сделаем тогда вот так. Пойдем в деревню, сделаем все дела. Нет, давайте наоборот, сначала сюда, потом в деревню пойдем. И закончим там уже быстренько. Получили уровень, я помню. Как раз я, как говорил, да, потратим этот уровень на прокачку доспехов. То есть мы возьмем умение легкие доспехи, скорее всего, легкие. Сначала соберу полный сет доспехов. Ой, фу. Ой. Теперь освещенное масло. Ну, надеюсь, загорится. Ну, давайте, мрази, ну. Как вас много здесь. Но, нападай по одному. Меня задели, по-моему, да. О, как больно. Не, ну, в принципе, не сильно больно. А сейчас было больно. Не, эта миссия довольно такая простенькая, ничего сложного нет. Давайте проверим, все ли здесь нормально. Я какие-то звуки это слышу прям страшные. Теперь игни. Сначала мы немножко отойдем, как я понимаю. Потом сделаем вот так и вот так. Нам нужно заменить мясо. Поменяем на другую еду. Например, пока на хлебушек поменяем. У нас, кстати, еще есть гром, надо его использовать, когда сильный враг.
Кого-то я слышал. Это, наверное, какой-нибудь медведь, я прям слышу. Реально похож на медведя. О, да, это медведь. Медведя у нас еще не было. Он, в принципе, убегает. А что происходит? Тихо, 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 братиша. Как же он больно бьет. Кстати, у меня вещи ломаются, смотрите, видите? О, да пошел в жопу. Этой подсказки не нужны. Как он больно бьет. Ну хорошо, давай, гром. Сила грома. Да ладно, нет, это слишком тяжело. Не глупи. Нельзя умереть, мы не умрем. Да давай, давай, подыхай. Тяжелый враг, кстати. Еще один, да ладно. Не, еще одного мы вряд ли убьем. Еще один враг. Ага, мы не можем даже поменять себе еду. Блин, я хочу подобрать его. Ну подбирай. А, не надо было кушать. Как я понял, здесь нельзя еду кушать много раз. Он заменяет прошлую на новую. То есть здесь не суммируется еда. Блин, что же делать? Ну попробуем давайте. Ну его тяжело убивать. Ну попробуем. Ну вот, видите, да? Ой, как больно, чувак. А если использовать ловушку? Ну-ка, подожди. Нету зарядов. Ну, давай. Нормально, справился. Ну, давай, ловушка. Больно, сракотанта. Нормально. Не, ну тяжелый, тяжелый. Тяжелый враг довольно. Это стоило того. А, медвежья шкура. Она довольно дорогая. Хорошо, пойдемте. Добежим до нужной точки. А куда мы вообще идем-то? Второй костер мы подожгли, все хорошо. Давайте сейчас мы сбегаем в город. Сделаем все дела. Ну, отдохнем и закончим эту серию. А, нам надо еще починить. Видите, у нас доспехи сломаны, точно. И оружие ломается, доспехи. Так мы ни разу за игру не чинили. Вон деревня. Деревушка. Вот здесь мы и обоснуемся. Нам нужен кузнец сразу. Так, доска. Нет, это не доска, доска дальше. Вон доска. Нельзя. Скоро полнолуние. Полнолуние, говорят, скоро. Берем все задания. Ну и все. Давайте мы на этом месте закончим. В Штеггерах, как какая-нибудь бабка занедужит, ее сразу в лес за хворостом посылают, чтобы ее там чудище сожрали. Закончим на этом месте. Где-нибудь есть вообще кузнец? Ну и в следующей серии мы пройдем задание, которое здесь находится. То есть не основное, а сначала все дополнительные, а потом уже основное. Как всегда, в каждом городе проходим все задания. Блин, ну где же кузнец? Ладно, всем спасибо за просмотр.